Сегодня 25 марта 2023 года. И вот здесь речной порт был, убрали и отгородили. По всей вероятности будут строить многоэтажки. И только удивительно, как глубоко взяли они тут. Подземный этаж или гаражи тут будут у них такие. Вот. А за этим уже вот эти бригантины. Барнаул — это один из красивейших городов, какие я видел, проезжая Европу, Америку. Удивительно. А это рядом, вот оптище, вот прямо вплотную почти. Кого тут? 20 метров даже нету. Ну, значит, какие-то тут сваи будут забивать, от воды отбивать. Это вот многоэтажки рядом раз выросли. Вот так, это знаменитый мост Барнаул. Вот он, Барнаул. А там это Иоанна Предтечи, кажется, храм стоит. Было кладбище когда-то. Хотели строить тут как задерживать от врагов что-то такое. При царе и батюшке еще. Оп, еще не скрылась. Да сегодня холодновато. Минусовые градусы. Что-то тут надпись какая-то. Ничего не видать. Вот я пришел куда. Рядом вот оп. Видишь, как отгородили, даже далеко захватили, уже прям над водой. Интересно так. Вот это вот, что откупили, видимо, у речного порта. И тут, вот видать, храм. Тут видать надпись «Барнаул». А это самый мост, известный на весь мир. Красавец. Вот 7 быков, по 3 быка, опоры на которых стоит. Почти километр длина моста. Вот это да. И здесь вот галаксы, инженерная система. Вот сколько этажей, тут не посчитаешь их, много. О. Она называется «Волна» или как. И везде эти калориферы. Дышать, чтобы легче было. Ой-ой-ой. А вот там видно Знаменский монастырь, должно быть. Крестик. А это вот копают они глубокие. Это, видимо, строить будут высокие здания. А это, может быть, внизу гаражи сделают или что. Бывает там сараи для людей. Вот он пришел. У тебя еще одна ножка. На, гули. Ну правда, да, одна ножка. Миленький ты мой. Давай скорее ешь. Гули. Правой ножки нет у него, левой. Вон она какая культяпка. Ну. Давай, бери все. Все собирай. Никто тебя не тронет. О, какое дело-то. Давай. Давай, гули. Вот он, гули. Хорошо, у меня в кармане всегда семечки есть. Пойду сейчас дальше. Что это означает? Машина или такой номер? Или что-то? Прямо конкретно указано, какая машина. Это вообще, видимо, подкупают. Так даром-то кто разрешит таблички весить? И видно, что тут по размеру машины. Видишь, как умно придумали. Там он, который называется бригантина или как. Ну, не видать плохо. Это Барнаул. 25 марта 2023 года. Немного пришлось ездить по разным государствам.
миссионерские поездки были. Европу, Скандинавию, Прибалтика, Америка, Турция, в ту сторону. У меня вышло из печати 38 томов книг религиозного содержания, и мы их подарили в 650 библиотек мира. Нам это обошлось 35 миллионов рублей, не считая горючего. Вон сколько этажей. И никогда людей там почему-то не видать. Никогда. Что это, сени у них или что? Вот тут тоже машина. А тут вот уже вода вон. Попробуй попади туда, уже не выйдешь. Вон берег, где находится. Ну, километр больше. Вот и все.